Хочешь первый получать уведомления о моих новых видео? Тогда подпишись. Проверь, что подписка оформлена. Сохрани. Проверь, что колокольчик горит двойным. И все, вуаля, ты подписан и будешь получать новые уведомления. Огромное спасибо тебе за это. Приятного просмотра видео. Всем привет, кто пришел на мой канал и моим подписчикам. Очередная посылочка готова в мешке. Два телефона куплены на аукционе у одного продавца. Телефоны очень ходовые, раритетные. Но одно но. Не знаю, не смог дописаться продавцу на фотографии. Вроде телефоны с аккумуляторными батареями. Но в описании написано, продается только телефон. Ну и вот задача. Пришла посылка. Как вы думаете, будут здесь аккумуляторные батареи или нет? У меня-то аккумуляторные батареи еще чуть-чуть остались. Есть оригинальные, есть китайские. Ну, давайте смотреть. Адрес я закрыл. Сейчас я вот так разрежу аккуратно коробочку. И мы с вами продолжим. Она заклеена по нижнему бортику. Тун-тур-тун. Вот так новая почта сейчас упаковывают. Да. Что и требовалось доказать, продавец отправил только одни телефоны. Облом в танковых войсках называется. Да. Или нет, или да, или нет, или да, или да, или нет. Мы не знаем на это ответ. У нас сегодня солнечная погодка. Я вышел, забрал свои любимые посылочки. Вау! Вау! Два красотульки. Смотрите, ребята. Nokia 63, по-моему. А, ну. 6310i. Ой, красавочка. Дай бог, чтобы он еще работал. Цены, по-моему, не будет в базарный день. Вау! У него, по-моему, голубая подсветка. Да, ребята, смотрите. Голубая подсветка суперова. Я закрыл специально штору. Смотрите. А у этого должна быть зеленая подсветка. Все эти телефончики будут выставлены на продажу. Ну что, ребят, давайте начнем, наверное, с 63-го. А потом перейдем к 62-му. По-моему, это 62-й. Насколько мне не изменяет. Да, 62-10. Ой, красавочка, легкая косметика. Стекло даже вообще не царапанное. Смотрите, ребят. Вот эти телефоны выставлялись в Мерсе. Смотрите, вот сейчас я вставлю картинку. Прикольно, скажите. Так, не знаю, то ли они были штатными в Мерсах, то ли их сами ставили. Так, сказал бедняк. Выпить хочется, а денег нет. Давайте разбирать, вставлять. По-моему, русского языка в нем нету. Так, тот телефон, который голубой, я выставил, у меня его забрали сразу же. Телефончик прикольный. Так, Made in Germany, и Make 1152. Сейчас проверим, корпус оригинальный или нет. Да, тут легкая. Вот не могу понять, почему. Или тут крепление. Вот на всех Nokia вот здесь стерто. Вот эта часть и вот эта. Или вот тут стояли лапы, кронштейны. Бог его знает. Ладно, время сейчас у нас 15:00. Дата 31.03.20. Опа. Так, 30. Так. Все, теперь правильно. Всю жизнь тороплюсь. Как говорила бабушка. Поспешишь, внучок, людей насмешишь. Так и я. Ну, давайте смотреть. Вот вы с мамой зашли. Так, заходим по менюшечке. Messenger. Write Messenger, write email, inbox, empty. Outbox, empty. Пусто, то бишь, архив, empty. Ну, чё. Прикольно. Далее. Call register. Полученные, пропущенные, набранные. Сразу, наверное, сделаю всю проверку, ребятки. А потом, когда выставлю на продажу, сделаю отдельно по каждому.
Поставим outdoor, activate. Так. Так, outdoor. Давайте посмотрим персонализацию по настройкам. Nokia Tune. Ну что, прикольно орёт. Вот, громкость у нас отличная. Ой, звук. Пам-пам, пам-пам. Прикольно. Далее, левел 5 самый громкий. Вибрация включена. Сообщение, звук специальный. Так, громкость. Клавиш 3 самая громкая. Alert all call. Так, дальше. Настройки. Alarm clock, будильник выключен, time and set выставлен, call setting. Так, здесь ответить любой клавишей. Так, phone setting. И по языку. Английский, немецкий, французский, итальянский, нидерландский, турецкий. Ну, правильно, не обманул, чисто итальянский, чисто европейская прошивка. Информация на дисплее выключена, мы ее сейчас включим. Дальше. Welcome Note отключен, ничего нету, NERDOC Automatic, ничего не забито. Дальше, Tone Setting, это мы сделали с вами. GPRS Modem Setting, Security, Restore Factory, это сброс на заводские настройки. Так, что по играм? Select Game Snake. Такая, ну, наверное, сейчас на полных оборотах будет, что-то мне кажется. Да нет. Раньше любил эту игру, сейчас... Не знаю, напишите. Раньше вот смотрели другие фильмы. Да, начинаешь смотреть тот фильм, который раньше любил. Не знаю, как он. На меня начинает бесить. Любил эту игру. Ну вот на проверке еще могу включить. Сесть потом просто в нее играть, не знаю почему. Редко когда мне нравится, например, порубашиться в танчике на старой приставке. Я это люблю, например. Или любил очень игру, если кто знает, Lode Runner. Бегает такой чувак, хавает, собирает такие, как пирамидки. Моя любимая игра. Бампер. У кого какие любимые игры, напишите в сообщениях, будет интересно. Так, application, open browser. Ага, вот он есть, браузер, выход в интернет, memory. Что по memory у нас? 166 килобайт свободной памяти. Зашибись. Калькулятор. Далее, to-do list. О, видите, что было написано? Priority one for shung dialog. Короче, это у вас ежедневник, что надо вам сделать. Есть у нас календарь. Есть у нас инфракрасник. И, по-моему, был еще Bluetooth у нас, ребят. Насколько я помню, данные модели. О, Bluetooth, это я помню. И экстра. Экстра – это запись голоса. Попробуем. Так. 9 seconds left, erase. Да, удалить. О, давайте послушаем. Кто-то прикалывался. Детвора, скорее всего. Я Гитлер капут. Так, удаляем все эти. Не, ну не надо. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Проверка микрофона. Раз, два, три, четыре, пять. Говорю погромче, чтобы было слышно. Потому что не всегда слышно. Все, микрофон работает отлично.
Так, есть сервис выхода в интернет и Киевстар, киевстаровские примочки. Вот, смотрите, русского нету, но все будут получать на русском, так что проблем никаких. Давайте попробуем теперь позвонить. Ну и как думаете, напишите мне, какой лайфтаймер будет в данном телефоне. Громкость хорошая, даже сюда слышно. Ну что, ребята, раз, два, три, елочка, гори. Не понял. Ага. 11.52. Запомнили имейку? Сейчас пробьем. 11.52. Так, 92-70-26-89, решетка. 11.52, имейка, сделан 02.02.2003. Ребята, тут же нету лайфтаймера. Эх. Обидно, сказал ежик. Странно, сказал ежик, слазя с кактуса. По-моему, так. Ой, обманчива внешность, сказал ежик, слазя с кактуса. О. 11.52, все совпадает, все, телефон полностью, делаю легкую косметику и выставляю данного красавчика. Ребята, оригинальная батарея, не дутая, так что можете спокойно пользоваться. Так, давайте смотреть по этому телефону. Это у нас модель 6210, давайте смотреть его. Тут, я не знаю, или мне показалось, как полоска какая-то, или может, знаете, контакт чуть-чуть. Надо будет разобрать, посмотреть. Давайте посмотрим. Вот, видите, полоса на дисплее какая-то. Не знаю, от чего она. Видите, такая. Hello, mom, hub. Да, скорее всего, что-то с дисплеем. Или контактная группа, к которому он присоединяется. Надо просто будет почистить, посмотреть. Да, скорее всего. Так, клавиши работают. По менюшке что у нас? Вот оно, сообщение. Да, еще все сделано на немецком. Waken aus Ucker Echten. Нет, не то. Ребята, вы знаете, где настройки в данном телефоне? А? А? Вот телефон, вот шпрех. Видите, методом тыка. Нет, у русского есть английский. Ну, хоть английский, то спасибо. Все, отлично. Messenger, inbox, empty, outbox, empty. Далее. Здесь у нас, кому мы звонили, кто нам звонил. Но тут ничего не остается, потому что в старых телефонах, хоть оно ЛКБ, все, все стерлось, ничего нету. Профили. Select. Давайте посмотрим outdoor. Давайте сперва активируем. Теперь опять заново зайдем. И посмотрим, что у нас он есть. Так, Nokia Tone, видите, у всех стоит стандартный. Ну, громкость есть, вибрация есть, отлично. Дисплей зеленый, отлично. Так, дальше. Что у нас есть? Настройки. Будильники, часы, шоу-клок. Шоу-клок. Все правильно сказал. Думал, лоханулся. Далее, 31.03.20. Окей. Так. Ага, вот она. Надо удалить будет. Сейчас удалим. Настройки. Так, all setting, phone setting, language, cell info off, welcome not. И делаем с вами CCCCCC, как? А вот clear. Теперь заходим и сейф записать. Все. Дальше. Перевод звонков. Games. Snake 2. Угу.
Ох, летает, ладно. Ну, играет. Париж какой-то. Париж-Дакар. Не знаю я эти игры, ребята. Дальше. Калькулятор. Календарь. Он как сделано, видите, удобно. Можно поставить инфракрасник есть и сервисы выхода в интернет. Так, инфоторазваги. Все. Тоже русский язык поддерживает и украинский, видите? Так что если смски будут приходить, так что ничего страшного. Будут принимать их. Все отлично работает. Так. И теперь, ну, лайфтаймер мы не проверим. Так, 64-74, сейчас проверим. Сделан 0.9 двухтысячник. Двухтысячник. И все, больше ничего. Так, еще раз, 64-74. Лайфтаймер. 64-74. Ребята, все в идеале. Понравился. Сегодня покупкой котов в мешке доволен. Думал, будет хуже, а нет. Все, шикардючие телефоны. 6310А и 6210. По-моему, правильно сказал. Да. Так что, кто хочет купить данные телефончики, милости прошу к нашему шалашу. Цена будет в описании. Всем пока, хорошего дня. Всегда ваш мистер Good Mobile. Работаю для вас. Пока-пока.